Всем привет, ребята, и сегодня я поиграю в Slime Survival, да, ребята, на серии Кубкрафт, и, в принципе, ребята, давайте сразу же начнем. Ну вот, ребят, начинается наш первый раунд, и, ребята, в принципе, когда был Новый год, ну, да, когда он начинался, ребята, был похожий мини-гейм, только он был снеговиками, да. Но здесь, ребята, все связано с слизнем. То же самое, но, ну, только со слизнем, да. Сейчас я так понимаю, да, вот он встанет. У нас есть, ребята, по-моему, секунд 10, да, чтобы отбежать немножко. И, в принципе, он сможет, да, вот видите, он освободился. И, в принципе, ребята, окей, я упал, к сожалению. И, в принципе, ребята, это Иисус Пак, который я нашел на эту версию. То есть я... его уже нашел, может быть, недели две назад, и, в принципе, надеюсь, он вам понравится, и с ним буду снимать на новых версиях, на старых версиях буду снимать с другим Иисус-паком. Так, вижу, ребята, эффект. Хорошо. Окей, так, это у нас какой-то лук, окей, сейчас мы его попробуем вонять. Так. А... Блин, окей. Это немножко странно. Было тихо. Меня сейчас может запалить. Может быть, в этом ролике будет и две катки, не знаю. Опа, два слизня. Так, надо валить. Надо валить, быстрее, ребята, валить. Бегу, бегу, бегу наверх. Так, какая-то бомба. Файлбог. Окей, сейчас буду кидать. Где? Не могу найти. Окей. Нет, 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 нет! Да выбеги! Все нормально. Я буду вот так, ха-ха-ха. В смысле? Как я стал слизнем? Я не понял, ну окей. В принципе, я второй чувак слизень. И, в принципе, окей. Я не понял, как... А, другие... Не знаю, где другие чуваки, если честно. Здорово. Да, я тебе прям вальнул прям жестко. Ага, надо помочь. Окей. В принципе, хорошо. Какой-то чувак заморозил, короче, все это дело. И такая сейчас будет жесть. В принципе, окей. Я вижу чувака и кидаю слизень, и бомбу, и нормально. И ничего не происходит. Окей, естественно. Давай. Да. А. Чувак, как? Давай, я бегу за ним. Давай. Ко. Не слишком ты быстрый, чувак. На, все, я его вальнул. Блин, сейчас, ребята, закончится игра, мы, получается, все проиграли, да, к сожалению. И, в принципе, побеждает, ребята, обычные игроки. В принципе, ребята, идем к следующему раунду. В принципе, ребята, окей, как бы. Я не знаю даже вот, что еще на самом деле записать для канала, потому что просто записывать одни мини-геймы не хочется, а летсплеи я не хочу записывать, пока у меня не будет, пока я не крякну бодикам, да, и, в принципе, как-то так, в принципе, окей. Начинается наша карточка, да, вторая, да, и, наверное, заключающая, да, в принципе, все, погнали, ребята. Так. Окей. Давай слизень. Решай, кто будет слизнем, да? Кто будет на людей охотиться. И это... Фух, слава богу, не я. Все, я бегу. Окей, я бегу. Бежим, ребята, от этого чувака. Как бы, если чувак нуб, то его очень легко будет победить. Один раз я нуба встретил, он вообще даже не пытался убить чуваков. Вокруг него там человек 5 кружит. Ни хрена себе. Упс, он ливнул. Окей. Я залезу. Что это было? Я просто не понимаю. Это просто угар. Окей, пойду за ним. А, его тут нету. Так. Я его затроллю. Ну, я знаю то, что я рискую, но... Привет. Привет. Здрасте. Я его просто бегу и троллю, капец. Не знаю.
Даже не знаю, что мне еще записать, да. Не знаю, давайте 3 лайка, ну, в все, да, выходит. Ну, не, давайте 4, вот, давайте 4. Потому что я знаю то, что вот, может быть, вы быстро набьете, и я, типа, придется записывать через пару дней. А хочется записать, ну, там, через неделю записывать, да. Окей, чувак, у меня все стыл. Так, это у меня какая-то пушка. Блин, не сработало! Где ты, чувак? Я знаю то, что ты здесь. Реально, я знаю то, что ты здесь. Не знаю, ты знаешь то, что я здесь или нет, но я знаю то, что ты здесь, да. Ты где-то здесь находишься. Меня это немножко пугает. Опа! Опа-опа-опа-опа. Бегу. Как я могу попасть в чувака, который лагает? Окей. Раз. Прям не успела стенька. О, красавчик. Красавчик, чувак. Прям вообще красавчик, да. Я еще гранату бомбану. И, в принципе, все будет как надо. Да. Так. Где же чувак? Может быть, остается 20 секунд до конца игры. Если что, да, вот тут написано. Если кто не, вдруг не заметил. Да. Ну и, в принципе, ребята, окей. Прошлый ролик как бы был не очень, да. Ну, он был прикольный, но там я все очень быстро делал. Я пытался монтаж сделать за час. Вы это видели, да? Капец, прям на последней секунде. Но все равно мы проигрываем. Ну и, в принципе, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, да, ребята, спасибо, ребята, да, что посмотрели этот ролик, да, 4 лайков, давайте, за этот мини-гейм, да, и выходит новый ролик именно по этому мини-гейму, не по другим, а именно по этому, да. Все, ребята, всем спасибо, пока-пока, ребята, и удачи, да, и, в принципе, все. Всем спасибо, пока-пока, ребята.